Выбрана компания для проектирования новой школы в Твери. Напомним, в феврале было объявлено о подготовке к строительству здания на 1224 места в микрорайоне Радужный. Возвести школу собираются на пустыре по улице Цветочной на участке вдоль ручья Соминка. Земля уже передана в безвозмездное пользование. На разработку проектной, сметной и рабочей документации для строительства школы администрация Твери выделила из городского бюджета 3 400 000 рублей. По итогам открытого конкурса на разработку документации для строительства учебного заведения вышла только одна компания, собственно, которая и выиграла ООО «Мерингрупп». Это уже далеко не первый госконтракт у фирмы. На счету организации более 60 госзаказов. Отметим, что школа в Радужном – это третья новая школа, которую возводят в областном центре после многолетнего перерыва.